Всем привет! И вы на канале Сестричек. Ребята, вы нас просите под каждым видео, чтобы мы сняли хоум-тур. И сегодня мы покажем нашу квартиру. Ну что, погнали? Давайте начнем оттуда. Это наша входная дверь, а это коридор. Это сумочка для обуви. Так, ну что, пойдемте тогда вот сюда? Ну, давай. Сюда идем. Здесь у нас комната кого? Макса и Каролины. Раньше у нас здесь что было? У нас здесь раньше офис. Был офис. Мы уже снимали хоум-тур, по-моему, год назад или чуть больше года назад, да? И если кто-то уже смотрел это видео, здесь раньше был у нас офис. Да, вот в этой комнате здесь у нас был папин офис, здесь был компьютер, стол, все такое, документы, полки. И Каролина с Максом подросли у нас теперь. И спят у нас, да, здесь, отдельно. Где у нас Макс и Каролина? Ну, понятное, да, дело, что там спит Каролина. Это вот край, бейби. Здесь спит Каролина, здесь у нее все с Эльзой. Она и Эльза, она у нас ярая фанатка Эльзы. Все у нее здесь и постельное белье, и плакаты, и что еще у нее? Подушка. Это подушка. Шкатулочка у нее есть с Эльзой. Всякие там у нее побрякушки, цепочки. Дальше и что? Еще да, здесь у нее такой столик с зеркалом, со стульчиком, тоже Эльза. Кто к нам пришел? Ты будешь свою комнату показывать? Где спит Макс? Покажи. Это твоя кровать? Да, здесь спит Макс. А у нас Макс фанат Маккуина. Вот у него здесь шторы с Маккуином. У него... Да, а там кто спит? Каролина. Каролина там спит. А здесь кто спит? Кто-то здесь спит? Скажи, я. Здесь такой плакат висит. Большой. Что? Это кухня? Кто там готовит кушать? Полки. Здесь у них книжки. Здесь книжечки. Ну, в общем, полка с игрушками, да? А здесь отдел Эльзы. Да, здесь что? Отдел Эльзы. Здесь отдел Эльзы. Здесь Эльза, Анна, Эльза, Олаф, Анна, Эльза, Эльза, Анна. Ой. Ну, в общем, здесь игрушечки. Ну, это компьютер. Компьютер? Компьютер не работает? Все, пошли тогда дальше? Пошли. Куда идем дальше? В зал. Идем в гостиную. Давайте сюда зайдем. Где у нас кухня? Так, вот здесь у нас справа кухня. Такая вот у нас маленькая кухня. Здесь только можно готовить. Здесь мы только готовим. Кушаем мы в гостиной, вот здесь. Здесь у нас такой вот большой стол. Да? Вот такая вот кухонка. Что там ешь? Изюм. Такая кухонька и такой изюмчик. Здесь у нас стиральная машинка стоит, потому что нам ее тоже больше некуда ставить. Все, пойдем дальше? Да. Гостиная. Так, вот мы выходим с кухни. Ау, я ударилась. Идем прямо. Здесь у нас гостиная, которую вы уже не один раз видели. Да, здесь мы смотрим телевизор. Здесь у нас диванчик. Телевизор. И очень много машин. Да, и очень много машин, которые не помещаются в комнату. В детскую комнату просто. Целая коллекция. Да, Макс? Это чьи машинки? Ужас, сколько машинок. Кошмар. Куда тебе столько? Кто тебе покупает столько? Папа. Папа покупает. У папы, наверное, столько не было машинок, он теперь на тебе отрывается, да? Ну что, давай дальше показывай. Ну что? Мы туда не будем выходить, видите, там у нас прохладненько. Снег пошел. Снег у нас, да, кстати, вон. Немножко уже растаял. Там у нас кролики. Кроликам не переживайте, не холодно. Им жарко. Да, нет, им не жарко, но у нас температура не сказала бы, что такая прям холодно, да, на улице. У нас днем у нас плюсовая температура, кроликам не холодно. Дальше идем. Вот это вот наш обеденный стол большой. Здесь мы обедаем, кушаем, ужинаем. Где вы сидите, рассказывайте? Мы сидим здесь.
У каждого свое место. Где сидит? Девочки сидят вот здесь всегда. Да, здесь, Ксюша, здесь. Да. Здесь сидят малыши. Вон там вот сидит папа. Здесь мама. И здесь сидит мама. Вот такие цветочки. Цветочки узнаете, да? Это Макс подарил Маргарите. Здесь у нас фотографии семейные, здесь у нас тоже. Здесь нужно придумать какую-нибудь картину, потому что там она у нас была новогодняя, с шариками елочными, с елочными игрушками. Теперь нужно туда, наверное, фотографии сделать, да? Так, ну что, дальше куда идем? Дальше. Да, вот здесь у нас сразу прямо комната девочек. Комнату девочек вы тоже уже видели, в принципе, мы детали не будем, да, показывать, вот их не окрывать. Внизу спит Ксюшка, наверху спит Маргарита, но они очень часто меняются. Очень часто меняются кроватями, так что иногда вы видите в видео, то Маргарита внизу спит, то Ксюша наверху, то Ксюша внизу, Маргарита наверху, девочки просто меняются кроватями. Им надоедает спать на своей, они меняются. Так, что здесь дальше у нас? Мама. Что? Да. Ну, здесь игрушки у них. Мой любимый портрет. Здесь у них все с этими единорогами. Сейчас мода пошла на этих единорогов. Да, ты хочешь здесь? Это наш рабочий стол. Да, девочки здесь занимаются, делают уроки, за компьютером сидят. Кстати, здесь как раз включен мой канал. Многие спрашивали, то, что какой у мамы канал. Вот мой канал называется Рисовалочка. Сейчас мы золотой, что ты хочешь? И кто-то, когда смотрят вот эти видео, они спрашивают, а вы правда мама сестричек? Да, ребята, это мой канал, я их мама. Здесь у меня разные рисуночки, так что подписывайтесь. Почти 25 тысяч подписчиков. Мама, не котлята. Тебе включить мультик? Дальше. Так, все, ребятки, дальше идем. Здесь такая карта висит. Карта мира. Карта мира. Так, где у нас Кыргызстан? Вот он, Кыргызстан. Вот он, наш Кыргызстан. Да, вот он, наш город Бишкек, где мы родились. А такой здесь... маленький, смотри, какой Казахстан большой. Это Кыргызстан маленький такой. И Руслан. Это Швейцария. Швейцария. Смотрите, какая маленькая Швейцария. Швейцария еще меньше. Очень маленькая. И вот это. Все, пойдемте дальше. Все, куда идем мы? Так, здесь мы уже были. Теперь мы идем прямо. Дальше. Так, дальше у нас ванная. Ванная тоже такая маленькая. Ой, какой тигр. Ну, в общем, такая вот ванная комната небольшая. Да. Тут я девочкам писала на День Святого Валентина. Маргарита, Ксения, Каролина, Максимус, Аму. Это мой подарочек. От меня. На День Святого Валентина. Дальше. Здесь ванная. Ну да, здесь ванная, здесь куклы купаются без одежды. Все, пойдемте. Здесь. Так, ну что? Мамина и папина комната. Заходите в мамину, папину комнату. И видим Каролину. Да, и видим Каролину. Каролина! Ты что здесь развалилась? Привет! Она здесь смотрит телефон. В общем, здесь папин офис. Мониторы. Здесь тоже все папина. Да, здесь всякие документы. В общем, все. Дальше что у нас? Кровать. Большая кроватка. Что ты себе рот заклеила? Внизу машинки. Да, внизу тоже игрушки, кстати, машинки. Машинки везде, повсюду. Здесь у него два компьютера, четыре монитора, принтер папин. Так, ну вот и все. Вот так вот. Все мы вам показали. Надеюсь, вы довольны остались, что вам понравилось.
Каролина. Калиночка. Выходим с маминой комнаты. Ну что, ребят, мы закончили наш хом-тур. Да. Если вам он понравился, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.